течение 2017 года технология блокчейн получила еще большее распространение во всем мире. На сегодняшний день ее используют в сфере финансовых услуг, логистики, здравоохранения, музыки и во многих других отраслях. По меньшей мере 8 штатов США, включая Нью-Йорк, Аризону, Иллинойс и Делавэр, начали работу над легализацией блокчейна. Более 80 предприятий принимают биткоин как форму оплаты, и список продолжает расти. Среди них платформы Microsoft Xbox и Windows Store, онлайн-агентство путешествий Expedia и магазин электроники Nevic. Децентрализованная технология также представляет собой значительный шаг в области электронной безопасности. Предоставление пользователям контроля над своими данными – значительный сдвиг в сторону безопасного хранения данных в сети интернет.